Ну вот. Гуси на улице. А вот молодежка моя. Пошли. Я в этом году, если честно сказать, я током даже их не пасу. Некогда почему-то. Что-то в этом году мне кажется, что у меня работы больше, чем те года было. Или, может, из-за того, что слишком лето жаркое у нас оказалось. А теперь дождливое, видите как. Вот они мои сладенькие. А вот молодежка. Молодежка. Да они сами тоже в этом году толком не пасутся. Да я их приучила к зерну. В этом году у них погода не точно будет жирная. На мясо пойдет. Я к осени. Много чего беру еще. Так что вот.